подписан на мой канал. Для тех, кто только к нам присоединился, я, значит, рассказываю о том, как я получала журнал «Властелин колец» по подписке. Журнал. Что сказала-то? Коллекционные шахматы «Властелин колец» вместе с журналом я заказываю. И последний раз дистрибьюторский центр прислал мне сразу 6 журналов вместо положенных 2. Я думаю, что просто они у них были на складе, так как вообще журнал выходит раз в 2 недели. Ну, а так как я поздно стала все это заказывать, они мне решили сразу кучу прислать. Я надеюсь, что следующие журналы будут постепенно, как они выходят, так они и будут ко мне попадать. Итак, сегодня у нас 8-й номер «Властелин колец». Это «Черная ладья Парадур». И 9-й номер «Эовин». Вот, начнем мы с ладьи. Она первая идет среди пришедших фигурок. И в журнале, в принципе, он построен по тому же принципу, что и все предыдущие журналы. Вначале рассказывается о самой крепости такая, что это было такое, это темная башня Мордора, да, Барадур, самое высокое строение в Средиземье, на котором было расположено око Саурона, если вы помните, да. Затем можно почитать, кто был защитником башни, кто нападающим, вот, как произошло, да, что там это око Саурона было наверху. Краткую справку и хронологию событий восстановить. Тем, кто забыл, там долго читал, давно читал, вот, например, как я. Мне было очень интересно почитать ландшафт, архитектуру, все строение, да, и здесь секреты мастерства игры ладьей тоже написаны. Ну и игровая элита, вот всякие царские удовольствия, здесь последние страницы, всегда такие интересные статьи можно найти. Это вот тоже можно почитать, здесь военные игры, шахматы губернатор, поединки Шварценеггера. У Шварценеггера, оказывается, тоже играл в шахматы. Или играет даже. Вот. Ну и, как всегда, анонс на следующий номер и купончик на скидку на доску. Так. Ну и вот такая сама фигурка. Значит, вот так выглядит. Тяжеленькая. Думаю, что из железа. То последнее время что-то прошла информация о том, что вы знаете, да, что все фигурки выпускаются в Китае, но есть китайские фигурки, которые пластмассовые, а есть именно железные. Но мне пока все только железные присылали, слава богу, такие достаточно они тяжелые. Будем надеяться, что как бы следующие все фигурки будут тоже железные. Не хочу я пластмасску. Что я за пластмасску такие деньги отдавать? Это я и сама вон возьму паяльник, напаяю. Вот. Фигурка сделана, кстати, очень хорошо. Здесь вот каждое окошечко просматривается. И око Саурона с ресничками интересные. Вот также здесь одна руна стоит, да, что это ладья обозначает. И номер. Так, и следующий журнал, это Эовин. Честно говоря, я забыла, кто это, что это. Помню, что она дочь Теодена, да? Журналы все мятые, прикольные прям. Вот. Но я просто забыла о ее роли, да, в битве за Средиземье. Вот как мне будет интересно почитать, восстановить. Она у нас белая пешка. Здесь как раз написано, вот, кто. Сейчас мы с вами почитаем. Несмотря на благородное происхождение, леди Рахана Эовин хорошо владеет оружием и не уклоняется от битвы. Причем она орудует не хуже, чем солдаты ее дяди, короля Теодена. А вот, видите, я уже даже забыла, что она его не дочь, а дядя. Ой, дядя. Она его не дочь, а дядя. Она его племянница, получается, да, он ее дядя. Вот. Когда его защитники погибли, именно она храбро бросилась к нему на помощь на кровавых Пеленорских полях. Вот, это, кстати, очень интересно для тех, кто забыл, как я. Вот основные сведения почитали. Далее досье на нее. Так, союзники и враги.
Краткая справка, хронология событий, все то же самое. Я вам сейчас не буду зачитывать, сами почитайте. Опять-таки, вот ее облачение, да, во что она была одета, меч, там все расписано. И секреты мастерства игры белой пешкой. Вот, у белой пешки. И вот, да, кстати говоря, здесь рост фигур написан. Помните, мы с вами рассматривали в прошлом видео, да, одна фигура выше, другая ниже. И, как правило, высота шахматной фигуры прямо пропорциональна ее силе и значимости. Поэтому король всегда выше всех, а пешка ниже. Вот здесь как раз информация об этом дана. Почему так? Так, ну и последнее тоже здесь вот виртуальные шахматы. Интересные статьи, которые тоже с удовольствием почитаем. Так, ну и в конце анонс Теоден. И купончик, как обычно. Давайте рассмотрим фигурку. Вот такая девушка маленькая с мечом. Меч не прикреплен к телу. Достаточно хлипкий, да, шатается. Я бы здесь вот в этом месте, конечно, скрепила. А здесь обозначений каких нет, потому что это пешка. Ну и номер. Ну вот и все на сегодня. Большое вам спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока!